Первый официально открытый чемпионат Псковской области по смешанному единоборству с успехом прошел 23 марта в спортивном комплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Организатором мероприятия, проводимого с целью популяризации данного вида спорта, явилась Псковская областная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства ММА». На ринге встретились представители различных боевых искусств из Великих Лук и Пскова. Главный судья соревнований, вице-президент Псковской общественной организации ММА Андрей Ткаченко рассказал Лукеру об особенностях смешанных боевых единоборств. Особенность заключается в том, что все-таки этот вид спорта, как вот данная версия, она все-таки любительская, приближена к спортивной. То есть перчатки более унции, больше есть защитная амуниция, правила соответствующие, есть небольшие ограничения. Но данное смешанное боевое единоборство дает возможность спортсменам из других различных видов спорта себя проявить и добиться, возможно, тех вершин, которые не добились они в своих видах спорта. Там кикбоксинг, там джиу-джитсу, там самбо, дзюдо, боевое самбо. То есть, может быть, кто-то сможет именно по этому виду спорта добиться более высоких результатов. Стоит отметить, что борьба за чемпионский титул выдалась весьма насыщенной и напряженной. Уровень многих спортсменов был очень высок, и некоторым из них удавалось победить противника за считанные секунды. Чемпионат проводился по 6 весовым категориям. По итогам соревнований великолучане завоевали 5 золотых медалей. Самой ожесточенной выдалась финальная схватка между представителями весовой категории 93 килограмма. Великолучане Игорь Камлюков и Парвиз Мамедов отчаянно боролись за первое место. Однако силы противников были равны, и для определения победителя двух раундов было недостаточно. Тогда был назначен третий экстра-раунд, в результате которого первое место досталось Игорю Камлюкову. Добавим, что по результатам данного чемпионата будет сформирована сборная Псковской области, которая поедет в Новгород на соревнования по смешанным единоборствам Северо-Западного федерального округа. Данные состязания, в свою очередь, являются отборочными на чемпионат России. По мнению Андрея Ткаченко, у великолучан есть все шансы достойно выступить и победить, так как в прошлом году впервые за 5 лет сборная Псковской области заняла первое командное место по боевому самбо среди представителей Северо-Западного федерального округа.